Всем привет! Потихоньку мы уже подготавливаемся к зиме. Ну вот, например, мы сейчас уже сливаем воду с бассейна. На зиму его подготавливаем. Здесь сливается 30% воды, перекрываются трубы. И так бассейн зимует. Мы еще его накрываем специальной пленкой. Я позже покажу, если сегодня мы накроем его. И вот так вот у нас бассейн зимует. Давайте мы посмотрим некоторые растения. Смотрите, вот несмотря на октябрь месяц, у меня интенсивно сейчас стали цвести розы. Вот эта роза Шопен стала, ну смотрите, как красиво она у меня цветет. Она у меня вообще очень хорошо цвела. Здесь, ну, она нарастает огромным кустом и вообще беспроблемная роза. Но я ее пересадила, и после пересадки она у меня почему-то стала плохо расти. Но я надеюсь, что она уже у меня отойдет и будет расти очень хорошо. Вот у меня есть видео об этой розе, если кому интересно, посмотрите. Сорт шикарный, называется Шопен. Вообще у нее такие огромные, такие белые цветы. Я сейчас еще ничего такого не обрезала. Мне нужно посрезать, пообрезать мои розы, подготовить их к зиме. Ну вот здесь недавно мы наводили порядок. Вот здесь пообрезали вот эти вот растения. Туи. Я хочу вот эти мои кипарисовики. У меня два. Вот один и вот второй. Я хочу их сформировать в виде... Ой, попадаю на свет, на солнце. Сформировать в виде бонзая. То есть они очень сильно обрезаются, формируются шапочками и получается в виде бонзая. Это называется так, специальный стиль. Есть такое специальное название, но я не помню, как называется. Но я надеюсь, что вы поняли, что я имею в виду. Ну, здесь, конечно, все зелено. Газон выглядит хорошо, потому что у нас много влаги. Газон хороший. Вот так вот, видите, зеленая травка у нас. Ну, сейчас я буду вычищать листики из газона, розочки обрезать, и чтобы сад у меня был уже к зиме готов. Ну, всем вам спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч. Вот так вот мы накрыли бассейн такой пленкой. Продается в строительных магазинах. И на весну мы когда открываем бассейн, он у нас чистенький. То есть нет никакой грязи, не падают туда листья. Ну, в общем, вот так.